Привет, меня зовут Кирилл, играю под ником Sunset, мне 20 лет, я из города Пинск. Играл в хоккей всю свою жизнь, профессионально занимался хоккеем. К сожалению, из-за проблем здоровья пришлось завязать и решил связать свою жизнь с киберспортом в дисциплине Counter-Strike. Компьютерными играми увлекался еще с детства. Еще в детстве мне купили диск с Counter-Strike. Мы были с родителями, отдыхали на море, гуляли, зашли в магазин, я увидел диск с Counter-Strike. Попросил маму купить, мама купила мне диск с Counter-Strike. Я приехал домой и играю до сих пор в Counter-Strike. Зорко меня позвал Кирилл, тренер наш, Хитмаус. Очень благодарен ему за такой предоставленный шанс. В Зорке я уже практически год. Первое время было страшненько. Потом влился в коллектив, все стало отлично. Из слабых сторон, это иногда токсичность. Это к определенным, возможно, людям иногда. Расстраиваюсь сильно по каким-то поводам, проигрышам. У нас на самом деле отличная химия. Сложилось так, что все друг к другу относятся хорошо, и это вообще круто, когда в коллективе хорошие отношения друг к другу. Так, команда моей мечты. Снайпер, конечно же, я. Капитан Глейв из Астралис. Опорник Твист, Мэджиск, Электроник. Мне импонирует. Передаю привет своим родителям. Благодарю их за то, что они меня поддерживают. Также передаю привет своим друзьям. Банда. Спасибо вам, что вы есть. Передаю привет Гуди. Гудиман. Все. Пока. Сильных сторон. Я сильный, да. Да я не знаю, что сказать вообще. Что меня взяли? Нормально. На то время. В любом случае. Я понимаю. У нас в команде хорошая химия. Или какая химия вообще? Химия отличная. Химия отличная. Не знаю. Все отлично, тренируемся, развиваемся.